Юные химики и физики из Чебоксар, воспитанники детского технопарка «Кванториум», победили в международном инженерном конкурсе, который прошел в Санкт-Петербурге. Они создали модель микробного топливного элемента. МТЭ – это такое биотехнологическое устройство, которое преобразует энергию химических связей органических веществ в электричество. Процесс происходит с помощью микроорганизмов. Почти полгода работы понадобилось ребятам, чтобы усовершенствовать изобретение. Теперь оно производит больше электричества с помощью бактерий. Смогли собрать, нашли материалы необходимые, причем часть материалов договорились с поставщиками, то есть они дали нам за бесплатно. Вот, например, конкретно эти электроды, они сделаны из углеродного волока. Это можно использовать для выработки электроэнергии, допустим, в каких-нибудь удаленных местах, где есть какие-то органические отходы. Отличие МТЭ от топливных элементов в том, что они могут использовать сточные воды городов и предприятий, тем самым не только вырабатывать энергию, но и защищать окружающую среду от загрязнения. Бактерии окисляют субстрат, через мембрану проходят протоны, и движутся по внешней цепи. Мы считаем, что с помощью нашего микробного топливного элемента можно сделать электричество из пищевых отходов. В этой команде не делят работу на мужскую и женскую. Все четко знают, у кого что лучше получается. Маша документировала все, а я и еще одна девочка, мы занимались бактериями, их разводили и пересаживали на питательные среды и так далее. Но также в основном краски мы занимались химией и всеми созданиями растворов и проведение всех химических реакций, необходимых в конструкции. У нас в команде есть, по сути, вот два таких биолога-дефис-химика, Там, конечно, сложно дифференцировать. Вот есть три человека, у которых в разной степени развита физика с математикой. То есть у кого-то там больше математика, у кого-то больше физика. Они больше такие инженеры физики. И один – это инженер математики. Ну, так позвали мы его. Шутку. Один человек у нас занимался, в общем-то, программированием, а другой помогал во всем, в чем можно было помочь. И фотографировал параллельно, когда был свободен. Такая у нас была команда. На таких конкурсах очень помогают знания по различным предметам – по химии, биологии, физике и математике. А еще слаженная работа и командный дух.